Армянское руководство, по сути, ну не по сути, а по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. И в своем прошлом заявлении просто зафиксировало это на бумаге. Ну и мы знаем об этом. Здесь, ну что вы говорите? Теперь мне президент Алиев говорит: ну вы же знаете, что Армения признала, что Карабах наш, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен. И армянское руководство вот об этом публично заявило, посчитав и всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР и назвав цифру, которая входит, в которую входит, конечно, и территория самого Карабаха. Ну, это состоялось, это же не наше решение. Это решение армянского руководства сегодняшнего. А если так, говорят нам, то вы теперь на все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. Ну, о чем нам сказать? Если сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах – это часть Азербайджана, ну, чего там?